Квартира на втором этаже кирпичного дома вспыхнула по вине хозяина, сообщает в региональном управлении МЧС. Он был пьяный и заснул с непотушенной сигаретой. Огонь повредил мебель и внутреннюю отделку помещения. Пострадал и владелец. Он получил термические ожоги спины, бедра, ног, ожог внутренних дыхательных путей. Мужчину госпитализировали. Троих соседей пришлось выводить на улицу в специальных масках. Они травм не получили. Выскочил на площадку, сказал, горим, вот эту рядом квартира седьмая. Дима там побежал всем говорить людям, что выходили. Очень такое было задымлено. Все, думаю, пришли мы на третьем этаже, живем, так очень-очень все было задымлено. А его-то затушили, мы приехали, так его-то уже было затушено, все.